Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Приветствует вас Машенька, Машуня, Черняк. Нужен, наверное, микрофон, меня, наверное, плохо слышно. Ну да ладно, если будет плохо слышно, я просто-напросто буду только оставлю только видео, а буду озвучивать сверху. Так, мы находимся опять на спортивной площадке. Здесь чудесно, я вам ее уже показывала. Вот, чудесно, чудесно здесь. Вот, сейчас я камеру поверну. Видите, сколько здесь разных. Вообще, даже можно не ходить в спортзал. На фитнес. Здесь фитнес прям на свежем воздухе. Шум, играют в городке. Там спортивная площадка. Мы уже с вами здесь были. Вот там вот, видите, вдалеке. Не знаю, видно ее или не видно. Но мы с вами там были. Вот, здесь в городке. Тук-тук-тук. Стучат. А сзади нас находится, сейчас я вам покажу, находится, уже идет парк Коломенский. Мы находимся в музее-заповеднике Коломенское. Видите, был снег, листьев еще на деревьях было очень много, но резко похолодало, выпал снег, и деревья, конечно, остались без листьев. Все, осень, зимушка, зима. Ну что, поехали дальше. Так, сейчас меня вот так вот, наверное, снимать. Я даже не пойму, как я буду снимать. Если будет нормально, вообще класс будет. Я же говорила, я купила камеру. Вот, но коннектится она именно на Wi-Fi. Вот если бы я сейчас могла посмотреть, что я там наснимала, было бы очень-очень даже хорошо. Но я не могу. Пошли дальше. А, вот я же еще со скандинавскими палочками. Вот. Красавица. Опа. Здесь еще находится одна площадка для воркаут, называется. Что это такое? Одежда должна быть удобная, должна быть сковывать движение. Ого! Колющих предметов не должно быть в карманах. Ночки, булавки, заколки и так далее. Сколько здесь площадок? Сейчас опять прицеплю. Камера, она вот на металл. На металл можно ее прикрепить. И она должна ровненько. Штатива не надо. Не, ну штатив надо, металл везде бывает. Так, вот кажется, вот одни металлические какие-то стоят. Палки, но это тренажеры. Вот вверх поднимаю, видно, не видно. Ой, классно как, а? В руках не надо держать. Парень пришел заниматься.
Они знают, как заниматься. Сегодня очень много народа гуляет. У меня есть видео. Здесь я начинала весной велосипедный проезд. Велосипедный открыла сезон. Собачки классные. Ушла я со спортивной площадки. Совершенно не хочется. Там ребята пришли, они занимаются. Совершенно не хочется им мешать. Вот. Здесь овраг. Овраг. Спустилась. Совсем недалеко прошла. Овраг. Скоро засыпет снегом. А тут я об этом снег. Снег, снег. Много листьев, красиво, осень. Так, видно меня, не видно? Надеюсь, видно. Хотя я далеко ушла от трассы, но все равно. Здесь Каширское шоссе, оно настолько интенсивно, настолько много машин и постоянно шум. Что хочу показать? У меня кое-какие проблемы. Хочу зайти, заказать товар в Озоне. Зашла я в Озон, все как положено, оформила карту Озон. И хочу это, положила, естественно, деньги. И хочу этой картой Озон, картой Озон оплатить тот товар, который я хочу приобрести на Озоне. Но я столкнулась с такой проблемой, что немножко ветрено, не знаю, слышно, не слышно. Я без микрофона, я посмотрю, как снимает, нужен ли микрофон. Как звук. Ну это ладно. Сегодня вообще прекрасная погода. Я говорила, до этого лил дикий дождь 2 дня. Прям у меня сегодня выходной. Прекрасно, я так рада. Я так рада, что я могу погулять. Не знаю, как получится у меня на камере или нет. Я уже говорила. Так, открываю я телефон. Я уже была в Озоне. Он недалеко находится от моего дома. И этот сотрудник Озона мне показал, в техническую поддержку зайдите. А я захожу, все, я говорю, какая причина. Когда начинаю, перед тем оплатить картой Озона, у меня там денежки есть. У меня пин пишут неверен. Там нужно 4-значный пин. Как неверен, если я правильно пин создала? Короче, все он меня сделал, чтобы я... Сейчас обратилась в поддержку Озона. Ага. Теперь у меня заказ. Они написали, что через 10 минут они мне там что-то отправят. Вот я заказ такой-то, такой-то. Это что? А. Так, ожидает оплаты. Потом придется отменить. Ну вот я. Она мне почему-то не дает на оплату. Я понять не могу. Так, что они там мне пишут? Так, оплатить. Ну вот я оплачиваю, пытаюсь оплатить. Не удается завершить операцию. По проблему, естественно, никто не решает мою проблему на технической службе. Скажите, вот поддержка Озон, пожалуйста, вот поддержка Озон, да, при... Так, вот я написала, я... А, пин неверен, не могу оплатить картой Озон. Вот я им на техническую поддержку им писала. Я передал свою... Ответ мне, я передал свою информацию оператору, он придет к вам на помощь через 10 минут. Если помощь оператора не потребуется или вы хотите вернуться в меню, пожалуйста, нажмите «Отменить обращение». Я, естественно, не нажала. Здравствуйте, Мария. По вопросам продуктов банка Озон вам необходимо написать в чат, в личный кабинете банка, ссылка. Так, куда ты идешь? Мы, коллеги, обязательно вам... мои коллеги обязательно вам помогут. Если будут вопросы на другие продукты и услугам Озон, напишите нам. Хорошо, так, захожу я сейчас, да, меня видно или не видно, захожу я сейчас по ссылке, здесь ссылка. Ага.
банковская карта Zon. А зачем? Скидка 50, скидка на миллион товаров, кэшбэк 25. Ну, у меня есть карта, но я оформила. Отдельное приложение Zon Bank. Войти в Озон. Я вошла. Так, видно, не видно? Слышно, не слышно? Так, что-то они мне опять не пускают. Не хотят меня, они... Я оплатила и все. Вообще странно, а? Мы отправили вам код, позвонить. Так, звонок не нужен. Вот нажать. Так, мы отправим код или позвоним. Отвечать на звонок не нужно. Код может прийти на почту или смс. Ага. Еще через госуслуги, еще и карту. Так, сейчас мы ждем код. Нету никакого кода. Тряд везде, да? Вообще странно, почему не могу войти, если позавчера заходила, а сегодня я войти не могу оплатить. Нормально. Ладно. Давайте, всего хорошего. По поводу Озона я надеюсь разберусь. Если я туда буду каждый раз приходить, они или постоянно буду одно и то же сообщение посылать, наверное, обратят на меня внимание. Но скажут, дура, дура. Не дура, не дура. Но я правда не могу войти. Вот все, что я делаю, все, что мне говорят, там, что пишут, я все делаю. Ну ладно.